Выездной прием граждан состоялся в Смоленском сельском поселении. Глава района Адам Джерим детально разбирал проблемы жителей поселения. Строительство тротуара по улице Мира, установка новой детской площадки, асфальтирование улицы Родниковой в станице Крепостной. Собрал сход граждан, определились место, померили тротуар. Подрядная организация делает у нас уже техзадание, деньги у нас есть. Детская площадка у нас поступила... планируется поступление денег за СК. Мы сделали техзадание, мы подготовили документы, сделали все расчеты, предоставили в край. Ждем финансов и сразу же начнем делать. На встрече станичники пожаловались на неудовлетворительное водоснабжение. Глава поселения Сергей Безуглов заверил, что принято решение о строительстве двух дополнительных водопроводных башен. Жительница станицы Смоленской обратилась с жалобой на неприятные запахи, возникающие вдоль русла реки Афипс, вблизи предприятия «Авангард». Чтобы разобраться в данном обращении, Адам Джарим выехал на территорию завода, где пообщался с руководством предприятия. По результатам выездного приема граждан все пожелания, замечания и предложения зафиксированы и переданы в работу профильным специалистам.